Всем привет, дорогие друзья! Сегодня мы продолжаем играть в игру под названием Орден 1886. Мы же не через парадную дверь вломимся. Не волнуйтесь. Я подготовился к нашему предприятию. Проникнуть в комплекс оказалось немного сложнее, чем я думал. Приехали. Это что, черный ход? Можно так сказать. Ну что ж, давайте проследуем за ним. Так, давайте осмотримся. Как договаривались. Правда, скоро выйдет наружу, Себастьян. Выход на крышу через спальню. Благодарю, Фрэнсис. Рад служить, сэр. План? Что здесь еще интересного есть? Давайте посмотрим. Ух ты, арбалет. Прикольно. Берем. Арбалет. Много столетий. Не держал в руках. Сейчас нужно бесшумное оружие. Идемте. Так, ну что ж, мы экипировались. Идем дальше. Патрули ходят всю ночь, все входы под охраной. Где точка проникновения? Сады. Так мы сможем подобраться незаметно. За мной. Нужно попасть на крышу. На крышу, так на крышу, окей. Идем, брат, сюда. Прыгай. Прыгай. Так. Теперь наверх. Да. Давай, залезай. Какой шустрый. Малый. Мы за ним еле-еле успеваем. Ну, идем дальше. Давай, прыгай, прыгай. Хоп. Готов. Тихо, тихо, тихо. Поползли, поползли, поползли. Я цел. Ну еще далеко ползти, это смотреть, где здание это. Так, поднимаемся наверх. Сюда. Фрэнсис дал нам верные сведения. Выходит, он человек слова. Не скажите, просто за ним долг. И последствия обмана были бы крайне неприятны. Нужно найти в саду место, где можно прицепить веревку. Надо же, как это. Та беседка вроде подходит. Хорошо, тогда стреляйте. Давайте, стрельнем. Готово. Круто. Алистар,
Останьтесь и следите отсюда. Я дам сигнал, когда путь будет открыт. Хорошо. Будьте осторожны. Сестра меня не простит, если я вернусь без вас. Вы не ставьте ее в известность. А. Так, спускаемся вниз. Штадер. Иди сюда, красавчик, сейчас мы тебя вас заберем. О-о, не получилось. Окей, дубль два. Да что ж такое-то? Я же нажал тогда, когда загорелось. Давайте дубль три. Тихо. Ой. Готов. Грейсон, не стоит устранять охранников до того, как мы получим доказательства. У нас нет времени, Алистер. Доверьтесь мне. По-другому никак. Черт. Доберитесь до нижнего сада. Ворота будут заперты. Вам придется найти ключ. Так, ключ. Давайте искать ключ. Вот так вот. То есть нельзя так делать. Круто. Три стрелы. Так, вторую стрелу мы зря опустили. Давайте попробуем сюда, может быть. Тихо, прячься. Вот так вот. Охранник идет, и там еще идет. Так, двух охранников мы с вами сняли. Остался еще один. Где он там? Так, надо еще посмотреть. Трех охранников мы сняли. Давайте попробуем. Так. Что здесь? Фонарик? Нет, фонарик нам не нужен. Нам нужен ключ. Так, ну куда нам дальше-то? Ага, вот
там еще один охранник. Судя по всему, придется всех класть. Вы еще не всех охранников обыскали. Блин. Давайте вот этого обыщем. Нет, здесь нет стрел, больше у нас, по-моему, нет. Давайте аккуратненько сюда. Так, сюда. Вон он лежит. Странно. Тоже нет. Должен быть еще где-то охранник. Но стрелы-то у нас уже нет. Проход здесь есть. Проход есть, но это нам ничего не дает. Так, 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 так. Где же ключ? Вот туда вниз есть. Так, вот сюда калитка. Я нашел ворота. Хорошо. Найдите охранника с ключом. Ясно. Так, что здесь у нас? Может быть, стрелы есть? Да, точно. Что тут? Район парализован из-за сбоя электропитания. Так, еще стрел нашли. Давайте выбираться. Вот там кто-то идет. Я нашел ключ. Берите ключ и пробирайтесь в нижний сад. Иди сюда, красавчик. Эй, смотри! Эх, ё-моё. Ну и с какого момента мы начнем? Да ладно. С самого начала. Офигеть. Окей. И больше не... Там охранник идет. Один есть? Ищите.
Так, в нашу сторону смотрят. Готов. Так. Блин, скользкие те охранники, сволочи. Готов. Мы нашли ключ. Иди сюда. Готов. То, что мы не всех обыскали, это мы и так знаем. Давайте вниз спустимся, там у нас стрелы. Вот здесь вот стрелы у нас. Так. 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 Где-то здесь шмалялся вон он. Тут два охранника на самом деле. Жесть какая, как он нас не заметил? Я в шоке был, честно. Прикольный ключ. Лука, я прошел ворота. Так, идем дальше. Надо было его руками мочить. Ну ладно. Так, а пройти через калитку и взять опять стрелы мы не можем? Наверное, здесь закрыто уже, да? Да. Поспешили немножко, ну ладно. Так, что дальше? Сюда. Нет. Там охранник. Есть. Ага. Так, вот он, Лукан. Пойдемте. Так. Что дальше? Сюда. Давайте заберемся. Вы на запад, а я на восток. Лучше пока не говорить по коммуникатору. Согласен. Давайте. Встретимся внутри.
Так, ну, наверное, туда надо. Судя по всему. Так, один готов. Второй готов. Нет. Третий готов. Так, ну тут как минимум один. Охранник должен быть. Готов. Так, давайте вниз. Тут вроде нет никого. А тут? Нам сюда? Нет. Значит, сюда. Так, фонарь. Два. Два охранника. Черт. Чуть не попались. Да уходи отсюда. Еще охранник. Жесть. Как на него класть-то? Ха-ха-ха. Забавно. Окей. Дубль два. Один готов. Так. Вот здесь вот еще один ходил, я помню. Ага, вон он идет. Второй готов. И там третий ходил. Третий готов. Так, еще один. Нет. Вон он. Далековато. Он один или их там несколько? Не могу понять. Готов. Так. Пять стрел осталось. Давайте сюда пролезем. Ага, вот тут снаряды. Давайте заберем.
Да, дальше. Ползем дальше. Ага, вот тут какая-то дырка. Решетка. Давайте сюда. Так, охранник. Готово. Мой добрый сэр. Похоже, я как раз вовремя. Пожалуй. Хотя я не думаю, что охранник смог бы со мной справиться. Вы здесь одна? Со мной Дэви и Финли. Они займутся остальной охраной. Я не мог рисковать отрядом. Но со мной один человек. А вы ему верите? Да. Всем сердцем. Хорошо. Что дальше? Мы встретимся внутри и пойдем в архив. Пора. Так, пойдемте. Кто? Блин, бесит меня вот это вот, когда не пойми, кто стреляет. Сказали же, всю охрану снимут. Окей, идем дальше. Куда? Куда дальше? Где эта колбаса наша? Деловая. А вот она. Как видишь, приходится сражаться. А вот они кладут. Они здесь. Ну а куда нам сюда? Карета. А, это наша. Окей. Так, ну и куда нам? В здание? Нет. С ними встретиться? Давайте попробуем пообщаться. Мы нашли вход. Будем на месте. Залезем на балкон, подогнав повозку. Давайте подгоним повозку. Не вопрос. Рыцарь, помогите загнать на место. Давайте поможем. Я всегда за. Ну, потащили? Отлично. Тащим. Ну вот, вперед. Наверх. Дэви, нет. Ты останешься. Рани, я должна быть рядом. Ты всегда рядом, дитя. А он и его помощник? Послушай меня. Разве ты не знаешь, как дорога мне? Так почему ты меня гонишь? Ты продолжишь мое дело, если со мной что-то случится. Не говори так. Дэви, вы мне не верите, но я буду защищать вашу королеву. Это мой долг. Смотрите у меня. Так, ну что ж, отлично. С этой девушкой лучше не ссориться. Так, залезаем на карету. Кстати, да, я вот обратил внимание на то, что здесь карета до сих пор, а, в общем-то,
Вполне могли бы быть, я не знаю, уже какие-то автомобили там или электромобили, может быть. Никакой тревоги. В укрытие! Охрана! Они идут в главные ворота! Есть! Готов? Короче, надо брать ружье, я понял. Давайте возьмем ружье. И дальше по привычной схеме. Так, этого сняли. Охранники! Я пошел! Я тебя прикрою! В балконе! Перезаряжаю! Не могу высунуться! Найдите укрытие, рыцарь! Граната! Это сдохните, сволочи! Охранник нейтрализован! Блин! Куда он делся? Готов. Сотрудник компании убит. Пойдемте внутрь, пока не явились другие охранники. Да, пойдемте. А куда? Так, патрон мы взяли. А, в окно. Отлично. Давайте в окно. Гранаты? Берем гранаты. Вижу стрелков! У меня патроны кончаются! Я тебя прикрою! Ах ты, блин. Давай, 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 давай. Да что ж такое-то, господи! Так, гранату берем. Берегись! Вижу стрелков! Так, отлично, это вы сняли. Кэп, сзади еще набежали. И по лестнице тоже. Черт. Еле скрылись. Я перезаряжаю. Так, гранаты здесь больше нету. Блин, я их не вижу. Готов. Цель поражена. Стрелок нейтрализован. Заряжаю. Я прикрою. Перезарядка.
Перезаряжаю. Готов. Охранник убит. Перезарядка. Рыцарь, найдите укрытие. Охранник нейтрализован. Где еще? Вижу. Так, тут патрончики. Цель поражена. Готов. Что, вроде все? Кораблик сломали. Да, все, уходи. Сотрудник компании убит. Вроде бы это все. Подмога может нагрянуть в любой момент. Идемте. Вперед. Так, здесь перезарядимся. Здесь вроде все норм. Так, куда нам? Угу, ломаем. С помощью приборчика Теслы. Так, соберись, соберись. Это что такое? Есть, отлично. Так, давайте здесь посмотрим, что у нас. Щитовая. Оружие. Круто. Рыцарь, вы чего дожидаетесь? Я? Счастья дожидаюсь. Что тут у нас? Накладные? Так, патрончики берем. Отлично. Видимо, сейчас будет еще бойня. С луком не стреляйте! Это Лакшми Бай. Глава восстания. Вы ей доверяете? Вы что, совсем разум потеряли? Могу задать тот же вопрос. Не знаю я вас. Решил бы, что меня завели в засаду. Я думаю, точно так же. На это нет времени. Нам нужна помощь, а мне больше не к кому обратиться. Безумие. Вы ставите под удар самое сердце Ордена. Алистер, просто поверьте. Вы просили найти доказательства. Она была в Блэкхолле. Видела то же, что и я. То есть она помогла вам уничтожить доки объединенной индийской компании? Да. Мой отец был прав, это однозначно теракт, вас используют. Она рассказала о заговоре. И чтобы покончить с ним, без нее не обойтись. А если это не так? Тогда мы ответим за свои действия.
и понесем наказание. Как Мэлори? Надеюсь, вы правы, Грей. Не хочу, чтобы вы оказались предателем. И я тоже, брат. Вон они! Дальний конец пола! Меня обстреливают! Нам нужно прикрыть! Обратите с того конца! Ах ты, блин. Стрелок нейтрализован. Охранник готов. Готов. Надо перезарядить. Готов. Никого! Пошли. Отлично. Комната с архивом там. Так, вот этот нам нужен. Сюда. Сюда, через балкон во дворе. Сюда. Так, меняем оружие. Где снайпер? Галахад, укрытие! Ух ты! Рыцарь, укрытие! Не вижу снайпера. Меня накрыло огнем! Охранник нейтрализован! Нужно прикрытие! Найдите укрытие, рыцарь! Найдите укрытие! Ах ты, блин, вот он, вижу. Давайте перезарядимся. Да что ж ты будешь делать? Укрытие, Галахад! Укрытие! Перезаряжаю! Так, перезарядка. Не могу высунуться. Не двигайтесь, мы вас прикроем. Галахад, укрытие. Рыцарь, найдите укрытие. Готов. Охранник убит. Галахад, найдите укрытие. Перезарядка. Готов. Готов. Цель поражена. Готов. У одного из них термитное ружье. Термит. Это хреново. Найдите укрытие, рыцарь. Поднимемся по роботам. Заряжаю!
идем. Так, перебили, слава богу. Ну, открывайте. Кто там у нас? Галахад, помогите открыть двери. Окей, давайте. Готовы? Да, да, да. Так, комната с архивом впереди. Пипец, комнат. Жуть, сколько много. Так, здесь какие-то документы, давайте посмотрим. Газета опять. Повстанцы творят бесчинство на Вестминстерском мосту. Окей. Ух ты. Рассмотрите архивы. Ищите заявки, декларации, накладные. Любые свидетельства перевозки полукровок. Как здесь можно что-то найти? Спокойно, Финли. Искать будем мы. А ты посторожи. Так, здесь нет. Здесь, похоже, тоже нет. А нет, смотрите, что-то есть. Давайте посмотрим, что. Здесь ничего нет. Так. Архив. А, это просто мелодия. Так, дальше. Пусто. Пусто. Здесь тоже ничего нет. Вот еще какие-то документы. Может быть, что-то... Это все пустая трата времени. Так, а что здесь? Так, понятно. Это нам не нужно. Что здесь? О, что-то есть. Рыцарь, сюда! Вам будет интересно. Эти грузы отправлены в мою страну. Если документ не лжет, компания закрепилась уже в каждом индийском штате. Вот. Груз Агамемнона. Цель — восточное побережье Америки. И еще три груза в ту же сторону. Дальше корабль «Океаник». Отплывает через 6 недель. Где Финли? А где Алистер? Ah.
Гастингс. Теперь верите? Все это его рук дело. Убийство в Уайтчепеле. Полукровки. Индийская компания. Все вы. Якоб Ван Нек. Или, как писаки из Флит-стрит нежно называли меня, Джек-потрошитель. К вашим услугам. Благодарю, сэр Лукан, за доставку мятежников. Разберитесь. Не подведите нас. Вы... Весьма удачно, правда же, сэр Галла? Лидер повстанцев пойман. И предатель найден. Все одним точным ударом. Предатель — это вы, к сожалению. Алистер, как же так? Простите, брат. Прежде всего я храню верность своим. Своим? Бегите! Вот это поворот. Так, что нам делать-то? За Алистером бежать. Вон он, Алистер. Он за мной. На тебе, гадина. Собаки. На, тварюга. Следующий. Давайте зарежем его. Где следующий? Тоже зарежем. Есть еще? Так, Лукана теперь. Давайте патроны возьмем. Где Лукан-то? Рыцари, говорит командир. Подтверждено вторжение в главное здание Объединенной Индийской компании. Муниципальная полиция приведена в боеготовность. Ну, круто. Защита жизни лорда Гастингса – наша главная задача. Задерживайте подозреваемых с особой осторожностью. Упс. А-а-а!
Мы дали клятву. Круто. Мы дали клятву. И тут же нас тын-тын-тын-тын-тын-тын на мелкие кусочки порвали. Давайте еще. Мы дали клятву. Закона, откройте бег. Сволочуга. Галахад, не смей. Стойте, я объясню. Кому сказала не двигаться? Вы прибыли вовремя. Нам сообщили о вторжении. Сэр Галахад ворвался сюда с бандой повстанцев. Хотел убить меня. Это ложь. О, вот, полюбуйтесь, к чему это привело. Сообщница сэра Галахада – женщина. Именно она лидер повстанцев. Пока она на свободе. Но ненадолго. Немедленно отзовите охрану компании, лорд Гастингс. Поимкой этой женщины займутся рыцари. Изи, послушайте, вы ошибаетесь. Персиваль, отведите преступника в камеру. Ну, круто. Мне очень жаль, что задание выпало вам, маркиз. Я более чем вы, месье. Уберите его с моих глаз. Благодарю вас, леди Игрейна. Вы вмешались очень своевременно. Мы просто выполняем свой долг, лорд Гастингс. И все же, сударыня, присматривайте за предателем повнимательней. Вероятно, вы предстанете перед судом. Нужны будут ваши показания. Я всегда к услугам рыцарей королевы. Сволочуга.